Да, очень интересует товарищ Сноуден, с которым ты общался, и, насколько я понимаю, будешь общаться. Кстати, если в следующий раз в Шереметьево поедешь, я хочу, чтобы ты вот Кайли, она бездомная как раз, вот так же, как Сноуден, чтобы ты ему передал ее. Все-таки кошка очень терапевтична. Ему там, если он действительно живет в Шереметьево, ему там будет с ней повеселее. Ну, он действительно живет в Шереметьево. Но, конечно, кошку ему надо передавать тогда, когда он уже обретет свое жилье на территории России. Пока у него жилья нету сегодня, он пока находится в аэропорту Шереметьево, поэтому... Но, тем не менее, я могу предложить ему. Конечно. Да, обязательно скажи, что такая вот красавица. Чтобы ему не было скучно там. Терпеливый, тоже перенесла много, как и он. Вот тоже, в общем-то, где-то шпионка, как все кошки. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».